урок чести, линейка с принятием присяги, а также торжественный марш курсантов. Все это происходит в Уфимском речном училище. Года новостей в уфимском филиале Волжского государственного университета водного транспорта. В прошлом Уфимское командное речное училище. У ребят большой праздник – торжественная линейка в честь посвящения в курсанты, совмещенная с Аксаковским праздником. Что значит быть курсантом? Ну, быть курсантом, быть учеником – это разные вещи. То есть, когда ты курсант, ты не просто учишься, ты еще занимаешься строевыми подготовками. Какая у тебя профессия? Ну, я учусь на судоводителя, и выбрал я именно эту профессию, потому что, ну, какая-никакая романтика. Да и потом, мне кажется, это очень довольно-таки престижная профессия. На линейке награждаются кадеты, победившие в конкурсе «Алло, мы ищем таланты», в котором были номинации такие, как «Легкая атлетика», «Сценическая речь» и около десятка других. У тебя такая строгая форма, неужели ты каждый день будешь носить эту? Да, конечно, у нас каждое утро идем на завтрак – форма, обед – форма, в учебный корпус – форма. Везде по форме. Если не одел форму, наказание идет. А у нас есть наряды за наказание. Есть, ну, ставятся просто так, чтобы на камбус – это столовая. ДВС – дневальство называется. Это сидишь на посту, чтобы кто подойдет. Первокурсников поздравляют приглашенные гости с поступлением в училище и желают им служить с честью и достоинством. После принятия присяги состоится торжественный марш всех курсантов по плацу. Это показывает слаженность команды, смелость, строевую выдержку и верность родине. Принятие присяги – это традиция, и поэтому она очень важна для кадетов. А чтобы их поддержать, приехали родные и близкие. Диана Главашева, Александр Бекбаев, специально для Года новостей.